Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно сегодня. Спасибо, спасибо за оперативное реагирование. Благодарю. Начнем наш сегодняшний вебинар. Есть о чем поговорить, есть чем поделиться. Тем более, что спасибо, спасибо всем. Значит, с кем, чем поделиться, и жизнь продолжается, чем дальше, тем более интересно. Вот, я уже кое-какие обещания на чате выдал, постараюсь их сегодня выполнить, насколько это возможно, и вписывается в логику и в актуальность вопросов, которые надо и можно и нужно рассматривать. И таким образом начинаем. Значит, что я хотел бы вначале вам сказать, чтобы не забыть, это то, что там задавали вопрос как-то, что чем или за что, что-то типа так был вопрос построен, что за что отвечать, то есть, вернее, не за что я отвечаю, а что там вы отвечаете там за Европу или еще за что-то. Вы знаете, у нас Capital, вы видели, значит, сейчас вот по вебинарам тут было как бы новости за неделю. Я не случайно новости за неделю пустил. Рекомендую присматриваться, смотреть их. Здесь очень много интересного, они дают много информации для того, чтобы как бы держать себя в курсе. Вот. Поддерживать в первую очередь свою, как я ее называю условно говоря, иммунную систему устойчивости по проекту, потому что, ну, всякое бывает, разная информация гуляет в интернете. Мы живем в мире бешеных информационных потоков, поэтому надо быть всегда от простуды застрахованными. А это есть новости, это есть информация и так далее. Не случайно, когда начинают кто-то с кем-то воевать, в первую очередь вырубают информацию. Вот, это столько может быть отступления. Теперь там был вопрос. Мы отвечаем практически за деятельность, обеспеченность всех инвесторов и потоков обеспечения инвестирования, которыми занимается компания Skyway Capital. Или же фактически это в Лондоне зарегистрирована компания, то есть Skyway Invest Group. Вот. И, скажем, мои задачи или функции, которые на мне лежат, в первую очередь, это в первую очередь, есть вторая, есть еще третья очередь, да, это за организационно-правовое обеспечение и планирование экономики. То есть практически мы пришли как раз сюда, в эту компанию, чтобы обеспечить правовую базу на уровне европейских стандартов, чтобы не было никаких придирок, и можно было бы спокойно, не втирая там и не работая где-то на уровне серых каких-то схем, серых каких-то обоснований и так далее. То есть все должно быть прозрачно, честно и, как говорит Анатолий Эдуардович, экологично во всех смыслах этого слова. Вот, поэтому это первое. И следующее, это то, что за бюджетирование компании и как бы, ну, подготовку, проработку экономических анализов, то есть вот такие все вещи. Плюс вторым, кроме того, я, скажем, занимаюсь и адресными проектами, веду подготовку работ по, как бы, работ по инициации нескольких адресных проектов. Что для этого нужно? В первую очередь я сею информацию про технологию нового поколения, транспорта нового поколения. Это самое основное. Оно работает на разных уровнях, привлекая людей, обосновывая, помогаю инвесторам собирать коллективы, объясняю. Вот недавно провел очень интересную встречу. Пришли люди, лидеры из одной сетевой компании и попросили, говорит, вот можете рассказать нашим людям о том, что такое Skyway, и ответить на все возможные вопросы. Я говорю, да, нет вопросов, нет проблем, давайте это сделаем. Значит, мы где-то больше 2 часов сидели, собралось плюс 3 лидера было, плюс они собрали своих ведущих, собралось около 20 человек. Мы ответили на все вопросы, и резюме было то, что мы до конца августа месяца, уже мы распланировали даты, будем выступать в Хельсинки дополнительно, они подключают всю свою структуру, которая занимается там другими вопросами. Они очень заинтересовались, потому что видят потенциал и, ну, мощный потенциал в том, чем мы занимаемся с вами.
Понимаете, да, это дорогого стоит, дорогие друзья, когда люди так реагируют на то, чем мы занимаемся. И, естественно, Стокгольм. Швеция у нас практически очень слабо охвачена, и, естественно, еще и Норвегия. То есть это дало, вот это как бы тоже есть работа, которой я занимаюсь. Это во вторую и в третью очередь. Итак, теперь переходим к нашим сегодняшним делам. Значит, я прокомментирую вначале, как прокомментирую, или вернее раскрою, что там комментировать. Там нечего комментировать. То, что Сибиряков высказался в Брно, у нас по чату прошла эта информация. Вот, я сделал пупури, или так называемую выборку из этих тем, или тех высказываний определенных, и дам так называемый определенный комментарий, который немножко расширяет и дает понятие, что там за этим стоит, несколько более основательно, чем на эмоциональном уровне. По адресным проектам пройдемся, да, вот, и в конце там, может быть, я еще успею кое-что сказать. Итак, дорогие друзья, значит, смотрите, что по поводу... А, видите, это я уже раз показывал, но повторение — мать учения, как говорят великие люди, мы повторяем их, и я думаю, что это правильно. Мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо, завтра нам дети. Вот, дорогие друзья, то, чем в первую очередь занялся Анатолий Эдуардович Юницкий, занимается вся мощнейшая и с каждым днем все более сплоченный коллектив КБ в Минске, все люди, которые технический персонал, персонал обеспечения всех этих работ, это большая структура, может быть, когда-то мы найдем время, значит, и я вас ознакомлю с этой структурой, я с ней еще раз ознакомился уже, я смотрел, значит, организационную структуру ЗАО «Струнные технологии», и могу вам сказать, что как консультант, который более 35 лет занимается организационно-экономическими вопросами улучшения деятельности и эффективности предприятий, схема, хотя бы только даже на бумаге, она очень рационально составлена. Но не об этом сегодня речь. Значит, до февраля следующего года, это 6-7 месяцев примерно, там сказано было у Сибирякова, что общение с главами государств будет происходить. Анатолий Эдуардович Юницкий будет интенсивно общаться с главами государств. Сейчас готовится несколько встреч. Виктор Бабурин летит там, скажем, в Индию, не буду называть куда, это не обязательно, вот, на 7-8 дней. Анатолий, значит, Сергей Сибиряков, Сергей Анатольевич, готовится, чтобы поехать и подготовить встречи в Латинской Америке Анатолию Эдуардовичу и так далее, и так далее. То есть общение с главным государством – это поддержка на высоком уровне. Это основная стратегическая установка вот на ближайший период. Если вы посмотрите в бизнес-плане, а я такой дотошный человек иногда бываю, хотя и ленивый, вот, то я быстренько копнулся, смотрю, совпадает, абсолютно совпадает. 9-10 этап, 10-11-12 этапы интенсификации или интенсив, все интенсивнее, интенсивнее работа с крупными инвесторами крупного плана, крупные заказы, обеспечение финансирования. Вы понимаете, да, что одно дело разговаривать с инвесторами бизнес-мира, совсем другое разговаривать с правительствами государств. Я в прошлый раз говорил, каковы и сколько занимает время подготовка бюджетов государств под проекты, но у государств есть так называемые резервные бюджеты. И, скорее всего, я не просто так, не на пустом месте об этом говорю, об этом идет речь сейчас здесь у нас, в моей родной стране, в Эстонии, вот, что есть резервы, друзья, и какие-то работы можно за них счет отчивать. Но работы идут, договора и соглашения подписываются. Это очень мощный срез работы. Далее, смотрите, как только появятся компании адресных проектов, мы об этом сегодня будем говорить, инфраструктурных проектов, инфраструктурных, и выпустят свои облигации или акции. Ну, облигации компании не так просто выпустить. Скажем так, в европейском понимании выпуск облигаций это имеют право делать только компании, которые лицензированы. Это значит, да, если создается какой-то адресный проект, нанимается компания, которая имеет право выпускать акции, она подготавливает,
но это занимает времени. Поэтому в первую очередь это будут акции, и акции можно выпускать. Но суть сейчас не в этом. То сразу все ценные бумаги будут выкуплены крупными инвесторами. Факт. Это точно. То есть это вот тут меня уже начинают за пуговицу дергать, а когда мы начнем адресные проекты в Эстонии? Я говорю, а в чем вопрос? Ну вот хотелось бы тут поближе акции купить. Я говорю, слушайте и смотрите информацию, что выгодно, что невыгодно, что насколько выгодно. Вот. И об этом мы тоже сегодня немножко поговорим. Одни из первых адресных проектов будут в Боливии, Монголии. Это будут одни из первых, но не говоря уже об Индии. Индия это уже практически процесс идет, да? Одни из первых адресных проектов в Боливии и Монголии. Это легкие грузовые трассы юнибайкового или юнибайковского типа, которые будут перевозить литиевую соль. К чему я это? Это может быть, ну, такое, как бы, да, ну, есть факт. Я обращаю ваше внимание, дорогие друзья, которые заинтересованы в адресных проектах в какой-то степени. Кто не заинтересован, просто информация для вас. Дело в том, что в адресных проектах, в так называемых пилотных проектах и в решении различных вопросов можно использовать и юнибайки. То есть это даже не транспортное средство, это средство передвижения. Но их тоже уже начинают, они требуют более легкой трассы, там не надо более основательную трассу строить. Себестоимость строительства 1 километра трассы там почти в 3 раза, почти, все зависит от того, что и сколько, и какого веса, и так далее, там много моментов, но в целом почти 3 раза дешевле, чем скоростная трасса, не говоря уже о городской трассе, да, вот, поэтому... Юнибайки тоже, не надо говорить, что вот только, и не надо только смотреть, а где мы запустим тут городскую линию или быстроскоростную. Надо начинать с того, что наиболее актуально, что наиболее нужно и так далее. Дальше смотрим. С этим все ясно. Прибыль от акций. Евразиан Railway Systems Holding. И я вот даже возьму здесь указочку. Евразиан Railway Systems Holding и Евроазиан Railway Systems Holding 2 несопоставимо больше прибыли от адресных проектов. Но такой возможности инвестировать уже сюда, в корневые компании, это корневые компании, говорят сейчас просто 1 корневая компания, но это не совсем корректно, это и есть корневые компании. Транспортную технологию не будет больше никогда. Я добавляю, что это в ближайшие 25-50 лет. Абсолютно будет развиваться технология, она будет действовать. Это не значит, что наша технология будет забыта через 25-50. Нет, она будет работать ровно так, как когда мы введем по полной программе Skyway, то железные дороги тоже не перестанут существовать еще лет, ну, может быть, 25-30, а кое-где, может быть, еще и дольше. Так что ничего страшного, ведь гужевой транспорт уже вот 200 лет существует и ничего действует, перевозит там, где можно и нужно. Мы пойдем 2 путями, сказал там. Вот, там высказано было такое дело, да? Тут есть вопросы? Ага. Нет вопросов, слава богу. Так что это у нас классическое размещение акций. Вот я немножко хочу здесь разъяснить. Значит, классическое размещение акций или облигаций. Я там было сказано облигации, он говорил, по-моему, я размещение все-таки акций. Облигации, они используются, но в ограниченном доступе, хотя тоже, в принципе, их тоже, как ценная бумага, ее на международной бирже тоже выставляют. Так что это тоже ценная бумага, ничего страшного. На биржах по адресным проектам, облигации больше по адресным проектам было высказано. Вот, классическое размещение, то есть это IPO. Это так называемое открытый доступ вот, акций. А размещение также, второй путь, это размещение криптоакций. Крипто, это значит так называемых электронных акций в виде токенов. То есть их надо сначала выпустить, разобраться, как эти акции перетрансформировать в токены. На блокчейне, говорит там наш уважаемый коллега, вот, но это блокчейновая технология. Просто вам говорю, не вдаваясь в подробности, это уже, скажем так,
себя, ведь очень быстро технологии сейчас себя в информационном, в инфотехнологическом мире изживают, она себя в какой-то степени уже, ну, как бы начинает изживать при обработке больших объемов. Я оговорюсь в этом плане, потому что скорости уменьшаются. Я уже говорил об этом, да. Я добавил бы здесь, что еще и в дакчейне. Это не совсем правильно, потому что этого даже сейчас у этой технологии даже еще точного правильного названия нет. Сейчас используют, скорее всего, будет как-то потому что там имеется дело в технологии дакчейн, так называемый, имеется дело не совсем с традиционными цепочками построения информации, выстраивания информации. Это на рынке ICO. Теперь уже не IPO, а ICO будет. Вот это как бы второй вариант. И эти в этом направлении работает. Он очень рациональный, он очень интересный, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Вот настолько вам коротко комментариев по поводу того, что я обещал. Идем дальше. Вот теперь переходим плавненько переходим к адресным проектам. Как рационально действовать и на что опираться? Я вам говорю откровенно, что я взял за шпаргалку, вот то, что вы видите у себя, это материал февраля месяца прошлого года, февраля месяца 2016 года. Мы очень сильно продвинулись, вот, но оно все остается актуальным. Я начинаю это повторять. Могу сказать, что сейчас готовится, я уже в чате обещал, что мы все-таки подошли и найдем сейчас возможность, если мы найдем, кто будет читать, вот, потому что полностью я не могу на это переключаться, вот, на определенные обучения, базовое обучение, связанное с адресными проектами, но об этом отдельно. Как рационально действовать, на что опираться при, ну, в разговоре или при желании заниматься адресными проектами? В первую очередь, накопление компетенций. Это значит просмотреть вебинары, значит, разобраться, что такое, в первую очередь, как вы можете. Я знаю, что сегодня здесь у нас присутствует несколько человек, которые доки ну, скажем так, в продаже, скажем так, в маркетинге, в продаже любого, можно сказать, любого или даже очень специфичных товаров, специфичных продуктов, правильно так сказать. Вот. И как можно что-то продавать, не зная существа того, о чем ты говоришь. А так, ну слушай, вот давай, вот это вот эмоционально, давай вот покупай вот эту машину. И начинается. Покупатель или тот, кто тебя слушает, слушатель, человек, которому ты стараешься что-то передать, вот он очень трепетно понимает, ты компетентен в этом вопросе или нет. Или ты только эмоционально что-то хочешь ему рассказать. Принятие решения своей роли в адресном проекте, об этом мы тоже там на схемах по инженерному разберемся с вами. Очень четко, что ты хочешь. Мне пришлось общаться в чате, в личном чате. Человек написал мне, что нужно делать для того, чтобы вот есть интерес, там вроде есть время, вроде что-то видит человек, где-то какие-то вещи, да. А как вот не знает, как участвовать, что делать? Вот вроде бы с одним можно, с каким-то, с другим, у кого-то там появился интерес. А какова моя роль? Сваха ли я, условно говоря, то есть свожу ли я кого-то, да? Но как только я свел, потом я уже не нужен, понимаете? Принять надо очень четко, какой роли я хочу выступать в этом спектакле, который я затеваю. И стоит ли затевать этот спектакль, насколько у меня накопилось компетенций. Есть у меня компетенции? Если нет, тогда надо привлекать людей, пользоваться потенциалом других людей. Может быть, для начала даже просто попросить, что слушай, вот посмотри этот ролик или послушай этот ролик, задай вопросы, я тебе отвечу. Не знаю, как ответить, обращусь в чате, вот в том же самом нашем чате по адресным целевые проекты, которые как бы, ну, курирую я как модератор. Плохой, правда, но какой есть, лучшего не дали. Вот, поэтому обращайтесь, ничего страшного, это и есть работа. Не надо там перетирать в этом чате всякую эмоциональную мишуру. Нас и так грузят со всех дыр, которые существуют, информационные дыры, начиная от телевизора и кончая смартфоном, который у нас есть. Где он тут? Видно, да? Чего только не грузят. Я каждый день колоссальнейшие
информационные потоки просто стираю, понимаете? Так что принимайте решение о своей роли в адресном проекте. Обращение в консультационный центр. Это группа консультаций. Мы до сих пор еще ее так и не создали. Сегодня, условно говоря, есть у нас большой специалист уже в этом плане. Это отдел адресных проектов, которые существуют в КБ. Его ведет Кирилл Бадулин. Но это очень перегруженные люди. У него есть там люди, которые его поддерживают. У них столько работы, что, ну, просто, вы понимаете, если просто туда обратиться, слушайте, но научите или расскажите, они просто даже разговаривать не будут. Некогда. Не потому, что они вредные или не потому, что они там зазнались чего-то. Нет, у них просто много работы. И работа поставлена. У них есть график. Они его соблюдают. Я это испытал на себе. Вот. Поэтому досконально и достоверно вам это передаю. Мы планируем, как только подойдем и станет актуальным консультации по адресным проектам, группа консультаций будет. Потому что сегодня нам, как вот там было написано, что в первую очередь всем нам с вами выгоднее проинвестировать и дожить до момента или довести проект до момента, когда, скажем так, закроется вход или закроется инвестиционная возможность в Eurasian Real Estate Systems Holding, Eurasian Real Estate Systems Holding 2. Вот тогда у нас уже будет свой запас, свой жирок, свой потенциал, и тогда можно заниматься адресным. Но надо готовиться к этому. Мы понимаем, что это такой, скажем так, не точка в точку или не значит последовательный процесс, а параллельный. Постараемся что-то сделать. Поэтому сейчас в какой-то степени консультацию даю Алексей Суходоев, дает Сергей Сибиряков. Но у них тоже нет уже времени. И в принципе у меня тоже нет. По мере возможности я кое-какие информацию даю. И вот сейчас в этом сегодняшнем вебинаре тоже кое-какие разъяснения дам. Вы сами разбирайтесь, друзья. Ведь адресный проект — это ничего другого. Это обычное ведение проекта. Почти совсем такое же. Открывайте, смотрите, начинайте разбираться, что такое управление проектом. А что такое вообще проект? Интернет, Google знает абсолютно все. Только не надо слева направо, спотыкаясь, метаться по Google. Выбирайте правильный материал, смотрите, обучайтесь. Это обычный процесс проекта. Но у него есть особенности. Возвращаясь к пункту или первой строчке, или ко второй строчке, смотрите. Накопление компетенций. Накопление компетенций вообще старта и ведения просто проектов, да? И, естественно, все, что связано с адресным проектом, спецификой SkyWay. Это не совсем все то, что когда-то где-то было. Вот. Сбор информации, анализ. Это и есть все. Сбор информации. Что, где, как, плохо, что не срабатывает, какие проблемы, где какие застои, где какие грузы не передвигаются. Какого лешего, вот смотрите, возьмем хотя бы то высказывание, которое касается Боливии, там относительно разработки месторождений солей, марганцевых или магниевых, солей. Вот. Это же все хорошо, но тот магний, который получается из этих солей, доставленный именным способом, он очень дорогой. Себестоимость совсем другая, нежели это будет делаться на юнибайковской базе. Вот. Первое описание идеи. Я покажу там маленький пример вам для понимания этого вопроса дальше. Составление исходного задания на инициацию адресного проекта. Все равно какое? Кривое хотя бы. Это все равно как создать исходное задание на то, что-то я хочу сделать. Сходить туда-то, изучить это-то, посмотреть то-то, или же после этого описать, что нужно, длина трассы такая, такие там условия, столько-то остановок или там из точки А в точку Б, хотя бы что-то описать. И так шаг за шагом наращивать мясо. Обращение в группу консультаций, мы об этом уже говорили, для подготовки исходного задания на инвестиционный совет. Естественно, будущие адресные проекты, они будут проходить через инвестиционный совет, который существует в головной компании. Без этого никуда не деться, иначе компания, а вы увидите, кто, то есть головная компания GTI, не будет ввязываться в проект, если она не знает, проект состоятельный или нет. Организационно-экономическое представление реализации. Это надо будет описать потом,
там все зависит от того, на каком этапе. Формирование команды, правовые вопросы, масса вещей. То есть я вам здесь показываю, я не пугаю, но показываю, что все не так просто под сиянием лунным в этом мире, но процесс достаточно интересный, и если кто возьмется или когда возьмется, то это может быть работа, абсолютно новая работа на всю оставшуюся жизнь. Теперь смотрите, как рационально действовать, на что опираться. Видите, орг-подход к адресному проекту. Группа компаний Skyway, это чтобы объемного понимания. Центр консультации адресных проектов, инвестиционный совет у них есть. Фирма, инициирующая адресный проект, желательно ее создавать. Мы потом посмотрим, почему. И вот тут есть как бы просто разбито условно, это для, ну, скажем, систематизации. Фирмы А могут быть, которые создаются, значит, это управляющие компании. Компании управления адресными проектами по транспортным системам. Это городской, это грузовой, это скоростной. И фирма Б, фирмы Б, класса Б или, ну, следующего. Это компании управления по адресным проектам инновационных туристических кластеров или же инновационных вот этих юнибайковских. Даже сейчас можно так и не разбивать. Это отдельно как бы когда-то рассматривалось. И она пока не пришла в использование, но это может быть отдельная история, дорогие друзья. Это по адресным проектам инновационных туристических кластеров. Это отдельный очень большой бизнес. Что интересно, я не случайно вот эту схему вытащил сюда. Мы начали в Таллине, в городском совете там со специалистами разговаривать. Они мне говорят, а что это мы сейчас о перевозке говорим? У нас значительно важнее, если мы начнем туристов обслуживать. И тут я им начинаю вот рассказывать о возможностях юнибайка. Они говорят, во-во-во-во, об этом подробнее, пожалуйста. Инновационный туристический кластер. Что такое кластер инновационный туристический? Это то, что мы входим со своим Skyway средством передвижения юнибайком, с трассой, строительством трассы, но рассматриваем целый комплекс партнерских связей. Это и туристические агентства, это так называемые, значит, компании, которые привозят различных туристов. Это туристические компании тоже, но так называемые туристов, которые приезжают на круизных кораблях, это просто торговые туристы, это торговые компании, которые питанием обеспечивают, это компании, которые продают различные товары. То есть это все очень хорошо можно увязать, используя наши юнибайки и вот эти смартфоны, в которых есть схемы, есть возможность вызова, есть возможность сесть на любой там, знаете, как сейчас вот с сети, или, ну, городские автобусные экскурсии. Садишься в первой точке, садишься в 21-й точке, выходишь на 15-й и так далее. То есть это все, возможно, и значительно проще и интересней сделать на базе вот этого средства юнибайка. Это так, лирическое отступление, дорогие друзья. Идем дальше. Теперь смотрите, структура организации проекта. Что здесь важно для себя представлять? Смотрите, значит, первое. Это учредители. Кто вообще, какие здесь есть категории? Учредители, инициирующие компании и или стороны соглашения. Может быть и не будет компании инициирующей. Но здесь есть как минимум две стороны. Инициаторы, это может быть один инициатор, это может быть группа и организаторы проекта. Кто заинтересован, как, что, беремся. Надо быть себе здесь отдавать отчет, что целый ряд расходов за свой счет. Никто не будет вносить средств сюда. К этому надо быть готовыми и смотреть, откуда, из каких средств, а какое время, ну, за что платить или с чего платить, за бензин, что вы ездите. Вы выпускаете какие-то буклеты, неважно что. Масса расходов, я вас уверяю, здесь немало может быть расходов. И Global Transport Investment, то есть головная компания. Если создается ведущая фирма, ведущая подготовку проектов, инициирующая, стартующая, да, подготовку проектов или проекта, то здесь, в принципе, участие долевое от 20 до 25% вот эти инициаторы и 75-80% это Global Transport Investment. Почему участие большое такое?
Да потому что это влияет очень сильно на себестоимость проекта и дает возможность рационально составлять будущее финансирование. И это значит, что создав такую совместную фирму, она будет на 10-25% здесь участвовать. Это обеспечит Global Transport Investment косвенное участие здесь из двух стволов. Первое, прямое участие Global Transport Investment фирме, управляющей проектом, когда дело дойдет до проекта уже, его еще надо сделать, да, и через компанию, ведущую подготовку проекта. Но здесь тогда будут заинтересованы инициаторы, если жизнь дойдет до того, что будет вот эта компания участвовать как один из учредителей фирме, управляющей проектом. Здесь очень важно, что на создание фирмы, на взаимоотношения, договор инициирования, участие в проекте надо составлять и только после этого идти дальше. В противном случае масса разных нюансов может возникнуть. И вот здесь договорная основа инициации проекта. Смотрите, инициаторы проекта и Global Trans договор инициирования участия в проекте. Может быть, фирму не будут составлять. Договорятся об опционе. Global Transport Investment говорит, окей, ребята, доводите проект до такой-то, такой-то стадии, выполняете то-то, 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 то-то. Мы беремся за проект, участвуем в нем от 25 до 70%. Тут тоже разные нюансы могут быть, об этом мы будем говорить позже, когда-то. Вот суть не в этом. Примерно такое. Ниже 25%, как правило, стратегические юнистские и головная компания говорит, мы не участвуем в проекте, да. Это нам интересно, потому что денежки-то в Евразии, Railway System, откуда идут, дорогие друзья? Из Global Transport Investment. Оно начинает здесь участвовать, с одной стороны, как собственник фирмы, управляющий проектом, но здесь у меня не нарисован, потому что это не тема этого нашего сегодняшнего. Но с другой стороны, она становится так называемой, может стать заказчиком, а может стать и генеральным подрядчиком. Она даже не может, пардон, а станет этим. Вот. То есть она будет из этой компании будет получать финансирование всех затрат, связанных с выполнением этого проекта. А это есть, дорогие друзья, доходная часть этой компании. Наша доходная часть с вами. Понятно, да? Почему эта компания везде закладывает не менее 25% здесь. Это так называемый акционерный доход. Но плюс еще и проектный доход из реализации самого проекта. Это очень важный нюанс здесь. Это надо понимать. Дальше идем. Смотрите, значит, что касается адресных проектов, я хочу вам показать еще такую вещь, что я об этом уже говорил, но просто для понимания, что есть так называемое Балтийское кольцо, это Балтийское море здесь, да. Начинаем, откуда начнем? Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Калининград. Гданьск или Варшава, тут может быть Калининград, Варшава, Гданьск, Росток, Любек, из Гамбурга в Любек тоже ведь, Копенгаген, Гетеборг, Осло, Копенгаген, Мальме, это Гетеборг и Мальме, Стокгольм, это швейцарские города, Осло, это Норвегия. Здесь масса интересных вещей. То есть вот это круг, его протяженность, 5300 километров, учитывая все вот эти ответвления, да, вот, умноженное на 3,5 миллиона километров, это получается 18 миллиардов 550 миллионов, то есть это так называемый потенциал вот этих возможных проектов здесь, всего, понимаете? Этот потенциал раз в 8, если не в 10, больше, он взят минимальный, если запустить более-менее так называемые пилотные проекты здесь. Все. Это только я вам говорю о том, какой потенциал у нашей технологии. Вот. Теперь дальше. Вот наши, ну, это такая картинка, значит, здесь. Смотрите, я хочу сейчас подвести к одному конкретному проекту, который мы начинали в 2015 году, летом. Все исходные условия увеличились, ну, не все, скажем так, а потребность увеличилась почти в 3 раза. Я хочу сказать, что вот в это здание, которое вы видите, да, это выдержка из видеоролика. Здесь начинали ехать, показывали, как могла бы трасса идти. Это здание, его высота 25 метров, длина его туда уходит 200 метров. Здесь в этом здании, во всем, может разместиться, вот во всем в этом,
может разместиться, и туда такой большой еще ход, можно разместиться более 11 тысяч машин, пропарковаться. Вот. И вопрос в том, что это, ну, как бы считается таким, мог бы быть один большой парковочный хаб, откуда, куда люди приезжают, а дальше начинают, как бы, использовать эту территорию, которая, где сдаются помещения. Вот, смотрите, дальше, вот там очень много парковок, очень много территорий, дорогой территории, на которой можно много чего построить, используют для парковки. Когда мы начинали, там парковалось ежедневно чуть больше 4 тысяч машин, и более 6 тысяч человек приходили на работу во всякие там здания. Сегодня там паркуется уже почти 8 тысяч машин, и почти 11 тысяч человек приходят на работу. Ежедневно на работу, и там как бы, ну, вот крутится, в обороте находится там. Вот там автобусные остановки, это 50, почти 50 гектаров, там 36 плюс еще небольшой участок. Вот видите, значит, это так называемая трасса пролагалась бы, предполагается здесь ее проложить. Вот, и вот ее схема на этой территории. Вот эта территория, она здесь, видите, практически вот вся территория, вот это большое здание, которое я сказал, парковочное, да. И вот первая очередь была бы, вот тут я показывал вам первую фотографию, первая линия это 1200 метров, сюда вот до этой точки, да. Сейчас проложена, тогда еще ее не было, она только проектировалась, трамвайная линия из города в аэропорт, вот. Сейчас она уже есть, она уже проложена. Здесь была бы стыкующая станция. Вот здесь развязка обслуживания всей территории. Вот эта вся территория здесь мощнейшая. Это первая очередь. Но отсюда проходит связка с большим загородом, находящимся промышленным и жилищным комплексом, находится на расстоянии 12 километров. Не только на расстоянии, а и в течение 12 километров. И здесь проход в город. Трамвай из порта или из центра города сюда идет 45 минут. На Skyway можно проехать за 3-4-5 минут практически, с остановками, ну, максимум 7 минут. То есть это почти там 5 раз быстрее, во-первых, ну и интереснее, чем болтаться тут с трамваем. Но тем не менее, это как средство. То есть это вторая очередь и это третья очередь. То есть варианты, это как понимание того, чем заниматься. Сейчас идет речь о том, как вот эту трассу, там дальше пройти, ее увязать с другим. То есть со всей городской системы. Городские чиновники сразу поняли, что это очень рационально, целесообразно. Здесь большой торговый комплекс. Здесь сейчас строится два больших комплекса торговых. Вот, поэтому это все на пересечении. И самой большой проблемой является вот для этого торгового комплекса. Они не могут развиваться выше, потому что не обеспечиваются парковочные места и по планировке. Генеральной планировки нельзя здесь больше ничего в оборот пускать, больше, чем уже есть. То есть вот это, так скажем, тоже так называемая база. Это вам для того, чтобы вы понимали. Я в детали сейчас просто не буду вдаваться. И вот теперь мы пришли к исходному заданию. Но вот я взял для основы вот название вот этого проекта, о котором я вам говорил. Исходное задание, условия для принятия к разработке адресного проекта. Это еще громко сказано, просто название адресного. Это внутриквартальная трасса для обслуживания объектов аренды помещений при передвижении клиентов по территории до 50 га на расстоянии до 1,5 километра. Это вот первое, значит, вот 1,5 километров. Вот это первая линия, да? Фактически это будет почти 3 километра. Там я увеличил, умножил ее. Видите, тут вот она умножена. Значит, длина всей трассы в километрах 1,5 на 2 плюс 0,4 километра. Вот. Инициатор там есть, сами это владельцы этой территории и одна из компаний Scantrasnet, которая, ну, как бы, имеет преференции для разработки и ведения адресных проектов в регионе Балтийского моря, то, что я вам показывал. Но пока нет персонала там. Предполагаемый маршрут пролегания трассы, он там описывается, он здесь не приведен, он достаточно длинный. Так, вот, далее. Длина трассы и так далее. А, вот, длина, я сказал, длинный участок трассы. То есть эта трасса, она должна быть разбита еще на... Надо четко представлять, где будут остановки. Здесь они не показаны. У нас есть схема, где это все есть. Вот, какие остановки. Это узловая или пересадочная.
здесь есть переход, здесь вторая, откуда будет расходиться, но это надо все вначале. И отсюда выход в торговый центр. Здесь большая посадочная железнодорожная станция будет так. В дальнейшем она сейчас есть, здесь маленькая станция. Ну вот, и она там между собой все будет очень связано. Это все надо описывать. Но мы говорим с вами о первую очередь, поэтому это вполне описывается. Вот здесь было описано. Длина участков и так далее. Характерная особенность трассы и характер ландшафта. Это очень просто описывается, что там между зданиями, там столько-то, значит, необходимости угловых анкерных опор или угловых переходов трассы, там много разных нюансов, вот, которые надо предусмотреть заранее. Почему? Потому что от этого зависит себестоимость расчетная или прикидочная, даже не расчетная пока, а прикидочная стоимость проекта. Идем дальше. Технические параметры средств передвижения. Начинаем их там описывать. Требования конструкции системы движения, средств передвижения. Что это такое? Надо очень четко писать, какие транспортные, какой юнибус использовать, какие юнибусы использовать. На 14 мест, стоячие места, столько-то сидячих. Потому что первый вариант, который сейчас испытывается или испытался, и он уже сертифицирован, это юнибус, вариант, где 14 мест, из них 2 или 3 посадочных места. Юнибайки тоже 2 посадочных, пока сейчас есть 3. Они могут быть разные. То есть, что там, нужно ли стоять, можно ли стоять и так далее. Требования к тяговой системе, к механизму обеспечения передвижения. Какой мощности, надо ли куда-то подниматься, или это все горизонтальная трасса и так далее. Требования к системе управления средствами передвижения. Можно ли там его вызвать смартфоном. Можно ли они будут как-то там двигаться, циркулировать. Или вот просто надо прикинуть вначале, а потом начинать считать, а не сидеть вот, а может быть так, а может быть так. Первый вариант, а потом начинать уже смотреть, что и какие решения могли бы быть. Значит, предполагаемая стоимость адресного проекта, она, вот это исходит вот из этих, ответили на это, тогда можно начинать прикидывать. Первое, о чем считается, считается длина трасс. Берем длину трасс, в данном случае сколько? Первый этап это 1,2, 1, там сколько километра. Умножаем это на 2,5, в данной ситуации, скорее всего, на 3,5 миллиона километров, да? И начинаем смотреть, сколько здесь угловых опор. Раз, два, пересадочная станция, раз станция, вторая станция, третья проходная или прилегающая к зданию, где будет парковки и так далее. И отсюда начинается считать. Начинают считать, сколько, значит, предполагаемая стоимость. Абсолютно на коленке посчитанная, прикидочная. Далее, расчетная себестоимость работ перед предпроектной фазой адресного проекта. Если мы понимаем, откуда она считается, это берется процент от предполагаемой стоимости. Ничего страшного, если вначале ошибаетесь. Это не покупка коровы, которую вы посчитали, деньги отдали, корову получили. Нет, это мы прикидываем, сколько эта корова будет стоить. И сколько у нее, значит, сосков на выме может быть, пардон, я извиняюсь. Вот. Расчетная себестоимость, ну, стоимость работ предпроектной фазы. Это там от 1%, там 2%, 0,5% от стоимости самого проекта. Я могу сказать так, что вот когда мы начинали этот проект, начали считать или, скажем, прикидку вот эту делать, то посчитали, что в целом без всех транспортных средств трасса будет стоить, или проект будет стоить 10,5 миллионов. Это все было, да? Вот. Это значит, что 10% от этого это 1,5 миллиона, 1% это 150 тысяч, да? И получалось так, что там где-то 2% были предпроектные работы, связанные, то есть это 300, больше 300, 360 тысяч стоили предпроектные работы, предполагаемые расчетные себестоимость предпроектной фазы адресного проекта. Дополнительные условия, которые необходимо соблюдать. Характерные особенности адресного проекта. То есть масса разных вещей тут может быть и так бы. Дальше смотрим. Есть решение составления ориентировочного денежного потока, там масса разных других вещей. И суть там в том, что вот в этом направлении надо будет двигаться.
И теперь куда мы пришли с вами? Мы пришли опять с вами туда, что в любом деле, я повторяю то, что в прошлый раз показывал, какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Вот и решайте, что, как, когда. Забудем про адресные проекты. Что? Забудем про адресные проекты. Как я делаю? Привлекаю, рассказываю, передаю информацию. Где я себя вижу? Какую роль я себе вижу? Начинаю искать. Например, что? Начинаю искать информацию по возможному применению. Как я это делаю? Расписали. Раз, два, три, четыре, пять. Там интернет, там Google. Знакомых начинаю опрашивать. Стучусь туда, рассказываю про технологию SkyWay. Люди очень умные. Они очень быстро врубаются и говорят: о, слушай, ты же сказал, вот интересно, давай-ка подумаем, как здесь делать, да? Когда? Когда есть свободное время? Вот после работы в обеденный перерыв, может быть, в отпуск, может быть, берете там что-то. Когда, да? В каком период, что я сделал? Какой ресурс я для этого имею? Какой? Есть у вас компетенции? Это ресурс. Имею я возможность обратиться в SkyWay на чате к своим коллегам? У нас там почти 300 человек. Конечно, имеете. Это мощнейший ресурс. Только задавайте не вякальные вопросы, а задавайте вопрос конструктивный. Что мне надо знать? Не стесняйтесь, задавайте вопрос. Не знаю, окей, идите на вебинар, слушайте на вебинаре. Что мне для этого еще нужно? Выяснили, обращайтесь обратно. Начинайте корректировать, что я буду делать. Буду ли я заниматься адресным проектом или не буду? Буду я компетенции свои повышать или не буду? И так далее. И каждый раз возвращайтесь обратно и крутитесь вот по этому циклу. Понятно. Есть ли вопросы, дорогие друзья? Я сегодня очень много говорю, уже уговорился, мягко выражаясь, на лошадях еще ездят. Ездят, дорогой Людмила из Казахстана. Всем привет. Так, значит, если вопросов нет, задавайте их в чате. Вот, и я готов с вами, я так думаю, что я готов с вами беседовать. Я в нашем чате, значит, увидел хороший ролик по вопросы-ответы на, или вернее, ответы по темам, связанным с адресными, ой, извиняюсь, с акциями и с акционерным капиталом и так далее. Это выставлена версия, которая уже немножко устарела, есть более новая, но сейчас будет подготовлена последняя версия, там вот нету варианта, там еще не было по, значит, Евразин, Rail Sky Systems, Holding, второй компании, два. Вот, теперь достоверно, значит, сообщаю вам еще раз, чтобы вы знали, что говорить, как самим представлять, что информация по Евразин, Rail Sky Systems, Holding 2 будет, как бы, ну, внесена в меморандум, который уже вот готовится сейчас для закладки в RSV Systems, в кабинет, и доступ в капитале в документах будет после, вернее, не после, а уже проведены аудиты в ЗАО «Струнных технологий» и в других компаниях, и эти документы тоже там будут, потому что они ежегодно туда добавляются, и тем самым меморандум обновляется. И этим, там, всем с этим можно будет ознакомиться. Так, что еще, дорогие друзья? Я не вижу здесь вопросов, или они до меня не доходят. Поэтому я благодарю Алексея Дьякова, который ассистировал мне. Он ведет такую, как бы, невидимый фронт, защищает нас здесь от разных нападений. Вот. И желаю вам удачной недели. Я сегодня заканчиваю. Вот, если есть вопросы, то задавайте их там, в нашем чате. Если есть, пишите отдельно мне. Вот мои координаты, еще раз показываю вам, да. Скайп мой Вальдемар 13. Вопросы на мой email Владимир, очень просто, собакамасло.ие. И чат у нас целевые проекты SkyWay. По-моему, так. Там кто-то приписал Владимир Маслова или Маслова. Вот, если нету больше вопросов, то я заканчиваю. Желаю вам доброго времени. Вот, когда будет организовано дополнительное обучение финансовой грамотности, то есть вебинары, либо
записи, Борис. Вы знаете, ну, финансовая грамотность это в какой-то степени, да, эти вебинары есть, но вот сколько есть, только есть. Финансовая грамотность, дорогие друзья, да, правильно вы написали, смотрите в записи, там в записи очень много что рассказывается, всего не повторить. Я же вам вначале сказал, если вы вначале присутствовали, что здесь я шпаргалки взял все с вебинара 2016 года, февраля месяца, там был 16, по-моему, и какое-то там 20 число февраля прошлого года. Я тут ужаснулся недавно, когда посмотрел, сколько уже записей моих вебинаров. Это такая целая полка записей. Я уже не говорю о записях моих коллег. Это просто. В них можно потеряться, конечно. Но вот о финансовой грамотности, значит, и что я хочу еще сказать про финансовую грамотность? Не говоря ничего. Да, те азы, о которых говорятся, и основы, естественно, которые ведет Виктор Тарасов, это важно и интересно, и нужно, но она базируется на, скажем так, на концепции эпохи, финансовой эпохи, которая уходит. Остается только некая логика операций с ценными бумагами, возможности там и так далее. Вот. Я, конечно, очень сильно, я вам скажу, там, вы очень хороший вопрос задали, Борис. Дело в том, что вот я в начале вам беседы сегодняшней нашего вебинара сказал, что я встречался с группой инвесторов из другой, ну, сетевиков инвестиций в другой продукт. Вот. Люди, они уже являются, скажем так, но там логика немножко другая, там продукт у них совсем другой. Вот. Но, тем не менее, люди, которые, ну, с высшим образованием, но у них еще достаточно слабо понимание того, что такое вообще акционерное общество, что такое акция, а что с ней можно делать, а кто его пускает, а что такое акционерный капитал и так далее. Да, но ничего страшного, не знаете, будете знать, задавайте вопросы, Google много чего знает, вот, уточняйте, сравнивайте. Я вам прямо скажу, например, я тоже вот на этой неделе кое-чего, в течение 2 недель, в чем-то стал чуть умнее, я так, по крайней мере, я так полагаю. Понимаете, речь идет все умные в блокчейне. И вот не позже, чем вчера, я столкнулся с большим спецом, чуть было не столкнулся, слава богу, ума хватило не сталкиваться. Он начал мне рубить, что да, при создании там определенной площадки можно пользоваться только блокчейном. Другой технологии нет. Я говорю, ну как же нет, если есть DAC coin, на базе DAC технологии, DAC chain, извиняюсь. Он говорит, нет, это просто модифицированный блокчейн. Я так затихарился, не начал спорить. После этого обращаюсь опять-таки к умным людям. Он говорит, нет, ты был прав, есть DAC технология, она доработана эстонскими специалистами, но она еще не выведена в использование, в расширенное. Они сейчас в первую очередь ее используют для себя, а другие, кто начинают потихонечку это делать, у них нет этой технологии, они просто все декларируют, что она у них есть. Вот. И поэтому вот я сегодня дал тут своему партнеру одному задание, что разберись в этом деле однозначно и, пожалуйста, просвети нас, кто мы, этого не зная, и нет времени досконально этим заняться. То есть это тоже жизнь, этим надо заниматься. Еще раз, дорогие друзья, я заканчиваю. Благодарю вас за участие, за интерес. Я сейчас посмотрю тут еще, когда Сибирев выйдет на связь. Спросить у него не знаю. Он в пути был, сегодня я с ним общался немножко. Он был в каком-то доступе, но я в сети не было. Он там через одно из-за угла подавал информацию, которая нужна была, срочно нужна была информация. Да, все очень интересно, жаль, не все присутствует, потому что столько вопросов. Да, ничего страшного, Людмила, это хорошо. Хорошо, что есть аппетит, Людмила. Пища будет. Вебинары, да. Есть ли разница в обычных и привилегированных акциях в получении дивидендов? Да, конечно, есть, Алекс. Мы говорили на своих вебинарах о том, что обычные акции, то есть, скажем так, человек, имеющий привилегированные акции, он не имеет, как правило, это в 99%, не имеет голоса, но зато он имеет преимущественное право получения дивидендов. В нашем случае наша компания такая, она владеет
Eurasian Rail Sky Systems и Eurasian Rail Sky Systems Holding 2 имеют привилегированные акции. Компания GTI или материнская компания, получив прибыль и начиная ее делить, в первую очередь выплачивает 20% этим компаниям. От этой суммы прибыли 20% идет в покрытие всех вот этих акций, которые имеют эти компании. То есть акционер, имеющий привилегированные акции, получает в первую очередь прибыль. Дальше компания уже делает с прибылью, что желает. Но тогда акционеры, которые имеют обычные акции, они могут там участвовать в собраниях, там, кооперироваться и так далее. Это разные акции. Они получают во вторую очередь дивиденды, если деньги остаются. Так, есть ли разница, когда закрытие... Так, Михаил, Новосибирск. Когда закрытие? Когда выполнится инвестиционный план? Я думаю, очень ближайшее время. И за 2 недели до этого вы узнаете. Но я думаю, что вот очень-очень-очень скоро. Да, есть информация по открытию? Да, есть. В бизнес-плане там полная информация есть. Юрий, когда будет бухгалтерский аудит? Он уже есть. О каком вы имеете, Родион, какую компанию вы имеете в виду? Есть бухгалтерский аудит тех компаний, которые занимаются хозяйственной деятельностью. По другим компаниям не имеет смысла его ежегодно платить бешеные деньги, если этого юрисдикция, этого государства не требует. Когда будет? У нас получается обычная акция. Ну, нет, нет. Почему? Вот, Алекс, вы как-то вот невнимательны. Наша компания, в которой мы являемся акционерами, она получает дивиденды в первую очередь. Мы, кто стоим в этой компании, являемся и владеем обычными акциями своей компании, которая имеет привилегированные акции. Что получ... Но наша компания никакой другой деятельностью не занимается. И в уставе, посмотрите, почитайте, написано, что, скажем, по положению у нас другой хозяйственной деятельности нет, она занимается, у нас написано в уставе, я забыл логику, значит, что наша компания, она занимается только соблюдением интересов акционеров. Она для этого и создана. Поэтому других расходов нет. Вся прибыль, которая поступила, идет за вычетом там, на аудит, там, за вычетом там, на какие-то, плюс, естественно, годовой налог. Вся остальная, там никакого персонала, ничего нет. Все идет, да, на содержание реестра, там, естественно, какое-то время надо будет деньги. Вот, все остальное идет на распределение прибыли. Так что простые наши акции, они так называемые косвенно привилегированные. Они, вернее, пользуются привилегиями привилегированных акций через компанию Eurasian Rail Sky Systems Holding и Eurasian Rail Sky Systems Holding 2. Так, у нас, Владимир, а у вас привилегированные акции нет? У меня точно такие же, как у вас. Буковка В. Абсолютно такие же. Все Eurasian Rail Sky Systems Holding. Раз есть, и есть теперь уже Eurasian Rail Sky Systems Holding 2. Причем в холдинге 2 значительно больше акций как-то вот получилось, чем я тоже как бы ускорил, выполнил свои 10% и так далее. Еще раз прощаюсь и ухожу. Спасибо. Всего вам доброго, здоровья, успехов. Какие у меня акции? А посмотрите, у вас, Юлия, какие у вас акции? Посмотрите у себя в сертификате, какие у вас акции. Какой компании? Eurasian Rail Sky. Я уверяю, что у вас Eurasian Rail Sky Systems Holding или Eurasian Rail Sky Systems Holding 2. И там написано, что это за акции. Все. До скорой встречи, дорогие друзья. Всем продолжения, доброго продолжения лета и повышения вашей компетенции. Чего я вам и желаю. До скорой встречи. Всего доброго. Ковей, спасаем планету.